Привет всем! Это наша вторая часть лекции о гендере и бодхисаттве. Первая часть посвящена бодхисаттве канон, а эта часть посвящена бодхисаттве джизо. У нас довольно много времени ушло на то, чтобы сделать обе эти части, и поэтому у меня к вам очень большая просьба. Пожалуйста, распространяйте эту лекцию, комментируйте, оставляйте лайки, чтобы мы знали, что оно зашло или, может быть, оно не зашло, что мы осветили, что мы не осветили, чтобы нам было проще делать контент, который для вас интересен. Итак, мы поговорили про канон, которая является идеальной светской буддисткой. А сейчас мы продолжим про другого бодхисаттву или другого бодхисаттву. Тут очень сложно, потому что речь пойдет про джизо. И довольно важной частью идентичности джизо я лично считаю его андрогинность. Так, бодхисаттва джизо изначально, согласно сутрам, был женского пола, кстати сказать. Это была знатная женщина из Индии, которая захотела спасти свою мать, которая, по всей видимости, попала в ад. И именно для того, чтобы спасти свою мать, достигла просветления. Есть теории, согласно которым образ джизо происходит от древней индийской богини Земли Притиви. Ну, или, по крайней мере, мы можем сказать, что этот образ богини Земли очень сильно повлиял на образ джизо. Но в Китае, Японии и Корее, в особенности, кстати сказать, в Японии, джизо чаще всего изображается как монах. Причем именно в Японии джизо был практически лишен всех регалий, и основной образ джизо – это скорее странствующий монах, не высокопоставленный монах. Все-таки, например, в Китае его очень часто изображают с регалиями высокопоставленного монаха. Также в Японии он часто изображается как монах-ребенок, маленький монашек. Джизо, согласно сутрам, является спасителем. Он спасает всех страдающих существ в шести сферах существования. Шесть сфер существования – это ад, это мир колодных духов, мир животных, мир людей, мир ашур и рай. И, как мы можем понять, основное место пребывания джизо – это ад, потому что где же еще больше всего страдающих существ? В Японии, хотя и не только в Японии, есть еще одно место, имеющее прочную ассоциацию с джизо. Это Сай-но-Кавара, это берег реки Сай, которая тоже находится рядом с адом, можно сказать, не совсем в аду. И об этом месте мы поговорим чуть попозже. В Японии джизо изначально был популярен среди монахов и монахинь. Статуи джизо, часто обнаженные, часто приобретались в качестве поминальных объектов после смерти особенно близких друзей или учителей, ставились в личных покоях и переодевались в одежду усопшего. Есть, кстати, некоторые подозрения, что эта практика была, несколько сексуализирована, потому что эти обнаженные статуи часто снабжались довольно реалистичным изображением половых органов, причем как мужских, так и женских. Ну, это предположение. Тут трудно сказать точно. Культ джизо впоследствии, по всей видимости, был распространен по Японии именно бродячими монахами и монахинями, которые, кстати, сами по себе были довольно такими сомнительными личностями. По крайней мере, они воспринимались
ну, особенно монахини воспринимались как те, кто может и торговать телом в процессе, ну и, скажем, впаривать сомнительные идеи для получения денег. Но именно этот энтузиазм монахинь в распространении джизо, по всей видимости, способствовал тому, что функции джизо стали отчасти дублировать функции каннон. Джизо тоже занимается вопросами любви, деторождения, исцеления и так далее. То есть, по всей видимости, он с самого начала стал довольно популярен именно у женщин. Есть еще одна теория, что почему джизо выполняет вопросы, связанные с вопросами, например, любви, деторождения. Это связь джизо с более древним божеством Досоджин. Досоджин выглядит, очень часто изображается как мужской половой орган, то есть он фаллической формы. И именно форма, по одной из теорий, привела к тому, что джизо практически заменил досоджин, потому что по форме они весьма похожи. Есть также мнение, что андрогинность джизо способствовала этой замене, потому что досоджин на самом деле в своем законченном виде это мужские половые органы плюс женские половые органы. А джизо, благодаря своему чисто андрогинному воплощению, ну, как бы продублировал вот этот образ досоджина как божества, сочетающего в себе и мужское, и женское. Кстати, да, как мы видим, джизо воспринимается как андрогин. Во-первых, это универсальный образ, и надо сказать, что изначально образ монаха – это образ человека. Человека без привязки к его, ну скажем, социальной позиции. То есть монах – это ни мужчина, ни женщина, ни старый, ни молодой, ни богатый, ни бедный. Это человек, как он есть. Монахи отказывались от всех вещей, которые могут подчеркнуть их статус, в том числе от волос. И джизо, который выглядит как монах или монахиня, это одновременно такой универсальный образ человечка. Палка-палка, огуречек. Этот образ, помимо универсальности, дает вариабильность, то есть в этом образе мы можем увидеть мужчину, женщину. Мы не можем сразу сказать, это молодой человек, это пожилой человек, потому что у него нет бороды, мы не видим, какого цвета его волосы. И неожиданно это дает связь с детьми, потому что самыми андрогинными людьми являются, понятное дело, маленькие дети, по которым еще, если они одеты, даже не понять, они мальчики или девочки. Отсюда, по всей видимости, джизо укрепился как детское божество. Во-первых, джизо довольно рано в Японии стал принимать вид маленького монашка. Ну, получается, как правило, маленького мальчика. Монаха в таком виде он является в легендах. И впоследствии, возможно, от этого образа маленького монашка джизо стал защитником детей. Божеством, которое крайне тесно связано с детьми, он защищает детей и в этом мире, и в загробном мире. У детей есть право и обязанность заботиться о статуях джизо. Даже сейчас, например, больше в регионе Кансай до сих пор праздник джизобон проводится в основном детьми. Дети сами его организуют, сами наряжают для этого праздника статую, часто даже делают ей макияж.
Взрослые, если и помогают, то только немножко. Также, по-моему, по всей Японии существуют легенды о том, как взрослые пытались вмешаться и отобрать у детей статую Джизо, потому что им казалось, что дети обращаются с этой статуей недостаточно почтительно, и они получали за это какое-то наказание, например, какую-то не очень опасную, но неприятную болезнь, которая проходила сразу же после того, как они отдавали детям обратно статую. Джизо также часто выбирается как поминальный объект для детей. И вот здесь мы возвращаемся к Сайно Кавара. Легенда о Сайно Кавара распространилась где-то на рубеже, наверное, 17-18 веков и популярна до сих пор. Согласно этой легенде, маленькие дети, у которых еще недостаточно плохих поступков, но в то же самое время еще недостаточно хороших, то есть их карма, она такая неопределенная, в случае своей смерти как бы зависают между мирами. Они не могут попасть в ад, они не могут переродиться, им просто не хватает кармы для чего-либо. Они застревают на берегу Сайно Кавары, где они в попытках как-то отработать эту свою карму строят башенки из камней, молясь за благополучие своей семьи. Оттуда их часто прогоняет Они, демон из ада, разрушая их пирамидки. Но в этот процесс вмешивается Джизо, который защищает детей и заботится о них. Сайно Кавара стала очень популярным мотивом в изображениях ада. В Японии очень популярны всяческие картины с изображением ада. И это один из очень часто изображаемых там мотивов. Где-нибудь в уголке изображает вот это вот берег реки Сайно Кавара. Там изображают Джизо, который, как одна моя знакомая сказала, выглядит прямо как воспитательница в детском саду. Вокруг него куча маленьких детей, которые чем-нибудь занимаются, играют, лезут к нему на руки. Этот мотив закрепил Джизо в качестве такого суррогата родителя для детей в загробном мире. Именно где-то с этого времени, когда, собственно, появляется Сайно Кавара, распространяется практика изображать Джизо на надгробиях детей. На самом деле не только детей. Джизо изображается на надгробиях старших, взрослых людей. Но, наверное, все-таки именно в качестве детского надгробия он наиболее популярен. И отсюда, кстати, в 70-е годы прошлого века распространился еще один культ Мидзуку Джизо. Это статуи Джизо, которые посвящены поминовению нерожденных младенцев. То есть выкидышей, мертворожденных и абортированных детей. Культ был очень популярен в первое время. Это был буквально какой-то бум. В наше время эта популярность сходит на нет. Очень многие храмы стараются это замалчивать, потому что возникла проблема. Ну, скажем так, распространение Мидзуку Джизо было очень сильно связано с движением против абортов. В наше время с этим стало потише, и многие священники лично мне говорили, что они не поддерживают почитание Мидзуку Джизо, потому что в этих вопросах слишком часто винят мать. Они не хотят, винить женщин и за аборты, и тем более за выкидыши.
Но Мизуку Джизо по-прежнему есть практически в каждом храме, и его, скажем так, его роль вполне определенна. В то же самое время изображения Джизо как таковые, они очень разнообразны. Джизо часто используется как мемориальный объект, это правда. Но в последнее время в храмах статуи Джизо стали играть немножко другую роль. Они оживляют атмосферу храма. Это во-первых. Они нужны для коммуникации с приходящими людьми. Для того, чтобы сообщить людям, которые приходят в храм, что храм – это веселое место, это место, в котором нужно поддерживать чистоту. Например, на это у нас намекает Джизо с метелкой, которого часто можно увидеть. А их могут ставить рядом, например, с краном с водой и снабжать какой-нибудь табличкой вроде «пожалуйста, берегите воду» и так далее. То есть можно сказать, что статуи Джизо стали воплощать идеальных буддистов как таковых. Очень часто, я уже неоднократно видела статуи, изображающих двух Джизо вместе, которые часто священники или называют личные беседы, или даже снабжают табличкой «Фу-фу Джизо», то есть «Джизо-супруги». Еще очень интересным является изображение «Ояко Джизо». Это три Джизо разной величины, как бы такая статуя, изображающая трех Джизо одновременно, стоящих рядом. Впервые я такого увидела на границе храма и кладбища. И священник объяснил мне, что он специально заказал эту статую, заказал ее поставить именно здесь, потому что хотел напомнить своим прихожанам о том, что на кладбище их ждут. Их ждут родители, их ждут дети. А в чем особенно интересный мотив этих статуй? В том, что так как у нас два или три схематических изображения человека, мы не можем точно сказать, кто из них кто. В случае с Ояко Джизо, да, мы можем предположить, что тот, что побольше, это папа, тот, что поменьше, это средней величины, это мама, тот, что маленький, это ребенок. Но одновременно с этим это могут быть три поколения, это могут быть родитель и двое детей. Это может быть, допустим, мама и двое взрослых детей, сыновей, которые выше. То есть в них можно вчитать то, что вам хочется. Родители, опять же, тоже могут быть любого пола. И хотя это не задумывается изначально как некий акт толерантности, он позволяет более, как бы сказать, более широкое прочтение этой семьи и этих семейных связей. Получается, что мы можем сказать про образ Джизо? Джизо – это универсальный образ человека. И он может символизировать любого на пути к нирване и просветлению. Андрогинность Джизо играет очень большую роль в создании этого универсального образа. Он может быть женщиной, он может быть мужчиной, стариком, ребенком, кем угодно. Джизо тоже ассоциируется с деторождением и детовоспитанием. Но в отличие от канон, которая у нас является символом материнства в первую очередь, Джизо – это символ, ну, скажем, родительства, отношения детей и взрослых. И в более широком смысле это может быть символ семейных связей, связей тех, кто заботится, и тех, о ком заботится. Ну что ж, на этом все сегодня. Я думаю, что в последующих лекциях я постараюсь больше рассказать и про канон, и про Джизо, и затронуть тему других буддов и буддободхисаттв, и в комментариях вы можете задавать вопросы, а также писать, о чем еще
вы бы хотели послушать. Спасибо всем. Пока-пока.